взаимодействие и партнерство – вот главный принцип успешного бизнеса. И наладить его можно в Чебоксарах. В торгово-выставочном комплексе «Экспоконтур» открылась 21-я по счету выставка «Регионы. Сотрудничество без границ». Мероприятие традиционно собирает сотни участников. Два этажа и уличная площадка заполняются до отказа. Оно и понятно. Это отличное место для проведения деловых встреч, переговоров и демонстрации своих достижений. Участие в выставке принимает более 200 организаций, среди которых более 20 иногородних и 2 итальянских. Наша с вами задача – создавать благоприятную среду, чтобы финансовые средства у КАНИ есть, чтобы не лежали в банках на депозите, чтобы эти средства были вложены в реальное производство, в реальный сектор экономики. Оценить изобретательность участников Михаил Игнатьев смог практически сразу, как вошел в выставочный зал. На стенде Мининформполитики Чувашии его встретили корреспонденты детской программы национального телевидения «Акил Бупсер». Меня зовут Софья Родионова. Я веду передачу «Акил Бупсер». С какой газеты начинается ваше утро? Какой газеты? Газеты мы сейчас мало читаем. Больше владеем информационными технологиями. Берешь iPad и пошел. На площадке города Чебоксары тоже было много детей. Ведь именно они будут строить Чебоксары будущего. Эти ребята уже знают, как преобразится столица республики и какие должности они будут занимать. Я хочу представить вам нашего молодого мэра Александра. Это ваш друг, да? Да. Да. Уважаемый Михаил Васильевич, добро пожаловать в город будущего. Планетарий, многофункциональный культурный центр, аквапарк и даже Кремль – все это появится в городе к 550-летию, обещают ребята. Я главный будущий строитель, и я твердо заявляю, что скоро в Чебоксарах совсем не будет пробок, потому что мы строим новые дороги, развязки, мосты. Делаем это быстро и аккуратно, ведь в моем родном городе все только самое лучшее. Посетить город будущего и другие выставочные стенды можно до 22 июня. Анастасия Алексеева, Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Сергей Рябчиков. Республика.